Всем привет и добро пожаловать на канал Experience Games. С вами я, Стив, и это The Binding of Isaac Rebirth. Продолжаем играть. И, наверное, пришло время все-таки убить сатану Айзеком. Что-то я забыл, что мы его не убивали Айзеком. Ну как, пришло время. Стоит попытаться это сделать. Я надеюсь, успешно попытаться. Для этого надо мастерство у ворота проявить. И всего такого прочего. Но мы попробуем это сделать. Так, не очень полезная книжка с синим сердцем. Хотя это полезно, да. Зомбик. Второй. Супер. Ну и глянем, что у нас в оставшейся комнате. Паука-генератор. Блин, он этих пауков штампует быстрее, чем я их убиваю. Это вообще не круто. Очень не круто. Нафиг завалить. Ключ нужен, он пригодится на следующем уровне. Ой, какашки. Хорошо, что, конечно, сюда пошел. Как минимум ключ нашел. Уже не зря. Вот эти какахи валим. Ну их нафиг. Монетка. Ну, это такое, одна монетка. В принципе, не лишнее. Ну, соответственно, секретная комната здесь. Могла бы быть. Но что-то нет. Идем тогда к боссу. Босс у нас, скорее всего, какой-нибудь монстр. Да. Монстр. Который любит на нас напрыгивать. Ну или стрелять вот такой гадостью. Куда опять полетел? Он любит летать. Блин, а. Да не надо стрелять. Я тебя прошу. Вот какой вредный. Ну ничего, мы его не то чтобы убили, но стремимся к этому. Не люблю, когда он прыгает. Лучше стой, плюйся. Так проще с тобой. Ух ты ж. Белое сердце. Это хорошо. Солнце. Отлично, копытца. А тут что? Угу. Синего сердечка лишился. Офигительно. У меня еще, кстати, бомба есть. Где-то здесь секретная комната. Тут где? Ладно, не буду искать. Валим дальше. У меня сейчас появится четвертое красное сердечко. И это офигительно. Не вижу карту. Веселое проклятие. Фиг всех мух. Что за пилюля? Так, я нашел пилюлю. Бесполезная пилюля. Пилюля Кэп. В натуре это пилюля Кэп. Она говорит то, что я и так знаю. Кстати, почему я не трачу эту штуку? Забыл, что ее надо просто так использовать. Минус. Минус. Шикарно. Еще минус. Еще минус. Отлично. Нет, я уж копытца. Спидап, да. За мной остается след, который, по идее, дамажит. По идее, да. Ну окей. Внизу был. Был. Тогда влево.
хороводящие мухи. Ну вас. Идем тогда ищем у босса и золотую комнату. Они где-то тусуются в этой стороне. Золотой сундук. Вполне себе. Давайте вниз. Сами вы умирать не хотите, я так подозреваю. Да, пришлось помочь. Ой, вот эти гады. Ой, они стреляют. И это вообще не круто. Очень-очень не круто. Потому что они довольно быстро стреляют, и я не всегда успеваю вернуться. Это явно такой минус. Это два сердца. Но лучше солнце себе оставить, само собой. Блин, я боюсь, что эта фигня выстрелит. Она может выстрелить. Но что-то не стало. Окей. Так, вы мух плодите? Или кого? Бомбы, да? Ну, тоже дело. Нет, это я тоже брать не буду. Оставляем копытца. Черт, как я вообще увернулся? Фиг бы его знал. Ну, по какому-то волшебному стечению обстоятельств. Супер. Пошли к боссу. Опять это какаха. Как я не люблю-то. Ой, как не люблю. Очень не люблю. Так, минус. Мелкие валим. Валим большую. Оу. Воу. Так, минус, минус. Оп. Не попало ни разу. Черт. Мелкие еще мешают. Так, аккуратно. Не трогай меня. Какулина. Не трогай. Да блин, палец соскользнул. Такая отмазка. Ой. Ну и все, пока. Сделка с дьяволом мне не светит, по идее. Хотелось бы. Хотя ап на все статы тоже сойдет. Надо сейчас как-то чисто сыграть, чтобы сделочку-то получить. Давайте попробуем. Мне нужен полет по большому счету. Было бы весьма кстати. К примеру, вниз. Ой. Вот у нас головы жадности. Что совсем печаль. Минус голова. Минус еще голова. Что тут? Батарейка. Супер. Сам себя перезарядил. Молодец, чё. Давайте влево. Почки. Одна чемпионская почка. Ну или кто-то там. Фигня на двух ногах. Давайте ее завалим. Что в ней? Что в ней? В ней батарейка. Ну такой без этот... Бесконечный процесс. Книжкой батарейку получаю. Использую. Опять использую книжку. Опять батарейка. И по кругу. Так, у меня куча ключей. Это что? Splash damage плюс tears up. А, это вот взрывается во все стороны, дамажит. Это круто. Это очень круто, я вам скажу. А в магазине не круто, скидка. Не, скидка в целом, конечно, хорошо, но... Толку мне от нее сейчас. Всех перебили. Кто
толстопузы. Так, я не все посетил, конечно, но давайте босса, наверное, все-таки быстренько завалим. И это двойные проблемы, и это нифига не быстренько завалим. Это вообще не быстро. Ой. Воу. Воу. Вот, блин, прощай, сатана, с большой вероятностью. Мы были незнакомы. Походу, не познакомимся. Фак. Тирс и шот спидап. Ладно, сойдет. Давайте пробежимся. На следующем уровне надо точно сделку с дьяволом, иначе все плохо. Может быть, совсем уж. Так, секретка. Хотя бы ты меня радуй. Что тут? Бэтрип. Да, офигенский. Рейншап сойдет. Скорострельность, сплэш. Все хорошо вроде бы. С уроном более-менее. Сойдет. Так, бомба. Бомба. Что тут? Тут веселые бро. От которых не ведаешь, когда что прилетит. Со всеми разобрался, отлично. Костер, ну нафиг. Радуга, да будет счастье. Ой. Я не хотел играть, я хотел взорвать. Немножко денег подсобрал. Глядишь, что-нибудь куплю на следующем уровне. Что на этом-то вряд ли. Там и покупать особо нечего, скидку. Не факт, что я денег еще насобираю даже со скидкой что-то купить. Ключей зато насобирал. Мне теперь паренька-ключника был, кстати. Ну да посмотрим. Таблетки, таблетки. Давайте вот так. Что здесь у нас? А, ничего. Так, тоже нифига хорошего. А эта таблетка что делает? Больше удачи. Ну, пускай. Как мне сделку с сатаной получить? Вот в чем вопрос. Мне нужно синее сердце. Или черное, чтобы я не получал прямой урон. Угу. Пойдемте. Ой. Батарейка. А, это что делает? Удваивает количество монет. Отлично. Теперь имеет смысл сходить в магазин. Да, плюс еще деньги. Все отлично. Это что? Рейншап. Сойдет. Дальность не помешает. В любом случае. Да, я довольно далеко стреляю. Золотая комната. Прокладка, это не прикольно. Это не то, что хотелось бы. Ну, пока. Я хочу магазин. Я не хочу получать урон. Спидаун, да пофиг. Вот
вот веришь, нет. Игра, мне пофиг. Так, я могу банку с таблетками, но она мне не нужна. Синее сердце куда нужней. Ну давайте возьмем ее. Спидаун. Две штуки. Отлично. Мечта просто. Закидываем в автомат сколько сможем. Да, сломали. Сойдет. Аккуратненько разбираем этих, бро. Монетка. И давайте босса убьем, пока есть возможность. Чап. Так, глупый урон получать лучше не стоит. Ешь. Поешь бомбочку. Спидаун. Тирс, шот спидап. Хорошо. Сатана. Ты мне предлагаешь два черных сердца. Я ж не против. И блудницу вавилонскую. Но это не нужно мне совсем. Хотя бы черные сердца уже что-то. Так, золотую комнату эту я посетил. Ключи есть, монеты есть, все есть. Пойдемте дальше. Нафиг нам тут бродить. Идем сразу дальше. Здесь надо получить сделку с дьяволом. Так. Взрывные выстрелы тащат. Окей. Надо избавляться от этих бесполезных пилюль. Зубастую комнату я не пойду, потому что я хочу сделку с дьяволом. Блин, я ее хочу. Урон не надо получать. Ключик от всего. Бомба. Достану. О, смотрите-ка, достаю. Отлично. Идем выше. Валим этих гадов. Супер. Довольно просто. Золотая комната, что в ней? Две стороны теперь стреляю. Занятно. Тоже не лишний навык. Иметь в прямом смысле глаза на затылке. В кусачью комнату мы не пойдем. Нет, спидаун не нужен. Вторая фигня тоже не нужна. Она чутка нужнее, чем вот эта ненужная фигня. Да чтоб тебя. Берем бомбы. Тут что? Сундук. Сундук это неинтересно. Что внизу? Да, зря вниз пошел. Какие-то отличные пилюли мне выпадают нынче. Что тут? Опять спидаун. Да чтоб тебя. Дашь что-нибудь? Дашь? Что-то дал. Какая-то там муха. Надеюсь, она мегазащитная. Или что-нибудь такое. Так, он сейчас стрелять будет своей зеленой фигней, да. Так и делает.
Но он быстро сольется. Full heal. Печаль. Давайте руку оставим. Заливаем слезами врагов. Что у нас тут? Ой, какашка, генератор. Валим этих какашечных нафиг. Валим, я сказал. И к боссу. Надо не получать урон и быстренько его убить. В принципе, все просто, сказал я и кинулся буквально-таки. Муха атакует. О, муха атакует. Муха красавчик. Да, скорость у меня хорошая. Кусок мяса. И ангел. О, робо-монашки. Синее сердце. Робо-монашки. Мне пущу какую-нибудь хорошую вещь. Я, в принципе, в магазине не был. Давайте выйдем. И глянем, что может быть в магазине. Может ли быть что-то хорошее? Это магазин. Здесь только скидка, бомба и ключ. Офигенский набор. Давайте секретную комнату глянем. Может тут? Нифига. Ладно. К ангелу сходили. И у нас уровень с мамой, по всей видимости. Блин, у меня же карта солнца была. Жесть, где ее просохатил. Да. Веселый парень. И забыл про нее напрочь. Это вообще не очень. О, full heal. Ладно, это очень. Toxic blood. Кровь токсичная. Что бы это только значило. Не представляю. Толстопузов валить. Скорее всего, когда меня бьют, травятся какой-нибудь фигней. Или что-то в этом духе. Да чтоб тебя. Нельзя тратить мои сердца. Босс. Еще монетки. Мама. Блин, я забыл, что... в золотую не зашел. Молодец. Аккуратненько всех валим. Аккуратно так, с филигранной точностью. Валим. Пока. Черное сердце. Я забыл. Так, я в золотую комнату зашел. А про магазин забыл. Молодец. Ладно, идем дальше. Я не помню, на этих уровнях уже может быть сделка с дьяволом. Еще может быть. Надеюсь, что может. Я вообще как бы на сделочку понадеюсь чутка. Это было бы неплохо сделку получить. Блин. Сказал я и получил урон, а не сделку.
Да что такое? Выщемили в углу прям. Я чувствую, я получу урон до сделки с дьяволом. Вот что-то мне прям подсказывает. Какое-то наитие прям подсказывает. Что я смогу сделать это и получить урон. Вот особенно с этими фигнями. Так. Это все круто. Но вот это не круто. Монетка. Мне теперь нельзя получать урон, но как это не делать, когда такие веселые комнаты, это не очень понятно. Хорошо, дай сердец. Молодец, конечно. О, смерть. Смерть это, блин, нифига не круто. Ой, как не круто. С этими его... боссами. Все будет вдвойне сложней. Ой, еще и время замедлил. Ты вообще гад. Черт, я получил таки урон. Так, иди ты нафиг. Смертушка. Муха моя гоняется за этим конем. Безуспешно, по большому счету. Так, голова теперь мидбоя. Ладно, ну сердце, по идее, должен завалить, если сейчас ничего такого такого не произойдет. А там дальше будет видно. Пойдем вниз. Оу. Весело. Вот эти хамалки, они меня, конечно, бесят очень. Жуткие гады. Деньги зачем мне? Блин, сразу же получаю урон. Как непрофессионально. Сердец. Оу. Вообще жесть. Сколько я урона уже получил. Пытается ко мне подбежать. Ну, не очень успешно. Бэтрип, фулл хил. Пожалуй, фулл хил. Берем сердце. Круто, что я в две стороны могу стрелять. Это очень отлично. Беспонтово то, что я не в ту сторону заволокся. Это вообще меня печалит. Я все жизни перетрачу таким образом. Минус синее сердце. Молодец. Куда летел? Чё спешил? Сердце ты явно не оставил. Нет, бэтрип. Как-то перебьюсь. Дай что-нибудь хорошее. Вот всякую фигню дает. Фулхил. А то тупо не доживу. Ни до какого сердца, как я и говорил. Денег-то, конечно, у меня много, но что с того? Босс.
сердце восполнили. Да. Пройду ли я сердце? Вот в чем вопрос. Быть может пройду, быть может и нет. Скорее всего нет. Нет у меня адекватной защиты от всего на свете. Да, нет. Ну, почти прошел. Ха. В любом случае, всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк, если вам понравилось. И увидимся в следующих сериях. Всем всего хорошего. Пока-пока.